Привет! С вами профессор Гуглов, и я здесь для того, чтобы поднять вам настроение. Усаживайтесь поудобнее. Поехали! Будем надеяться, что вы получили урок на всю оставшуюся жизнь. Почему взрослые не любят снеговиков? Возможно, ему не следовало так сильно смеяться над своим другом. Уверены, что она никак не ожидала такого мгновенного наказания кармы. Этот человек, по сути, дает урок, как вести себя с теми, кто паркует скутеры на тротуаре. Водитель этой машины был явно неправ, но был слишком упрям, чтобы убраться с дороги. Полиция прибыла как раз вовремя. Водитель маленького автомобиля на высокой скорости решил повернуть в последний момент, но явно не справился с управлением. Не знаем, как он оказался в таком положении, но его явно наказала судьба. Водитель черной машины в крайней левой полосе решил, что может бросать мусор в другое авто, но был почти немедленно наказан. Этот парень пытался бороться с тенью и в итоге только опозорился. Эта девушка пыталась выиграть с помощью обмана, и вот чем это обернулось. Он хотел напугать птиц, а теперь ему придется ехать в автосервис. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Оригинальный способ борьбы с теми, кто паркуется в неположенных местах. Он хотел подшутить над своей кошкой, но вместо этого насквозь промок. Этот парень получил по заслугам. Этот работник явно не оценил эту выходку. Ему следовало надеть для этого... Не знаем, что так разозлило этого старика, но он определенно поставил себя в очень неловкое положение. Похоже, эта женщина получила то, что заслуживала. Единственной настоящей жертвой здесь является водитель машины перед ней. Никогда не знаешь, когда карма настигнет тебя, даже если она буквально стоит у тебя за спиной. Этот водитель решил незаконно обогнать другую машину, превысив скорость, а также проигнорировав красный свет. Он как будто просил, чтобы полицейские остановили его. Потому что тренажерный зал для упражнений, а не для странных приколов. Реакция этого парня говорит сама за себя. Неужели так сложно следовать правилам? А вы не думали, что копировать своих кумиров не самая лучшая идея?
выглядит как проигрышная ситуация. Делать селфи с разъяренным козлом, не спросив его, не лучший вариант. Эта наглая девушка постоянно скидывает других с тумбы, поэтому она получила столь необходимое наказание от кармы. Это то, что вы получаете, когда зимой вывешиваете свою мокрую одежду на улицу. Девушка доставала свою домашнюю собаку, и та решила отомстить. Когда нагружаешь лошадь больше, чем она может поднять, животное делает вот так. Думаем, это самая эффективная стратегия борьбы с надоедливыми детьми. Мужчина осмелился спорить с плюющимся козлом, и вот что получил в ответ. Этот верблюд не любит делать селфи, ей следовало бы спросить его согласия. Еще одна глупость в списке этого человека, который думал, что двухъярусные кровати могут выдержать его прыжки. Такое случается, когда ты сходишь с ума и не видишь, что творится вокруг. Мужчина пытается спугнуть кошку. Обезьяна знает, как отомстить своим врагам. Работница Макдональдса проучила грубого клиента, бросив в него напитки. Вот что происходит, когда ты становишься глупым и пытаешься выпить газировку залпом. Парень, поливающий машину водой, получил мгновенную карму. Мужчина остановился возле воришки, угоняющего мотоцикл с пустой дороги, и преподал ему урок. Запись камеры наблюдения показывает, что вор получил хорошую порцию скрученных лодыжек. Озорной котенок попадает в ловушку из коробки, когда пытается перевернуть своего друга. Показуха никогда не приводит к добру, особенно если вы находитесь на публике и начинаете крутить пальцы веером. Карма – лучший друг этой собаки. Этот папа решил подшутить над своими дочерьми и получил классическое наказание от кармы. Во время неудачной попытки напугать своего друга этот парень сломал себе зуб. На самом деле это был розыгрыш над ним. Этот мошенник, наверное, не знал, что существует такая штука, как видеорегистратор. Женщина мстит водителю фургона, пристающего к ней. Петух не очень любит курьеров, поэтому каждый раз, как приходит новый доставщик, птица делает все, чтобы тот никогда не вернулся сюда. Вы получаете это, когда не хотите ждать. Так лук точно не проверяют. Просто подождите. Водитель, припарковавшийся на месте для инвалидов, получил месть от общественности.
Раздайте медаль этой работнице магазина за то, что ей удалось удерживать двух грабителей и остановить попытку ограбления. Вот идеальная стратегия, как вести себя с грубыми пассажирами на борту самолета. Эта женщина разработала идеальный план мести для пассажирки, загораживающей ей своими волосами экран. Карма настигла владельца собаки после того, как он посмеялся над тем, что его питомец упал на лед. Велосипедист проехал на красный свет и врезался прямо в фонарный столб. Нам нравится, как эта свинья сбрасывает человека в яму, когда тот пытается проехаться на ее спине. Девушка решила, что будет весело поиграть в «Получи пирог в лицо с собакой» и получила это. Снеговик падает на парня, когда тот пинает его. Ограбление прошло не так, как планировалось. Вор упал на лестнице, поскользнувшись на льду, когда пытался украсть пакеты с крыльца. Дурак тот, кто поступает по-дурацки. Этот парень прыгнул на ветку, чтобы сломать ее, но упал на голову. Остерегайтесь во время поездок на сафари верблюдов. Если вы их не покормите, они съедят ваши волосы. Похититель конфет на Хэллоуин получил мгновенную порцию кармы, когда споткнулся на крыльце. Дочь решила подшутить над отцом, но все обернулось против нее. Пешеход, безрассудно пытающийся перейти оживленную улицу, получает мгновенное наказание кармы. Камера наблюдения на заднем дворе запечатлела этого вора, который почувствовал вкус кармы при попытке украсть мебель. Женщина заметила двух гусей, которые занимались своими делами, и решила вмешаться. Даже птицам стало смешно. Вот как надо поступать с людьми, мусорящими на дороге. Этот парень решил срубить дерево, нависающее над его участком, но дерево решило приземлиться на его крышу. Интересно, как она умудрилась так сильно запутать свои волосы. Посмотрите, как она реагирует на новую стрижку. Вот что называется плакать внутри. Ложка острого соуса? Мы абсолютно уверены, что он попробовал его в первый и последний раз в жизни. Думаем, он немного запутался, какая машина дороже, и, наверное, владелец машины все ему объяснит в лучшем виде. Он шутил над своей девушкой и... вот так. Не волнуйтесь за него, он усвоил урок. Играть в гольф на морозе не самая лучшая идея. Нужно быть хорошим пловцом, чтобы играть в эту игру. Думаем, что единственная клетка мозга этого человека сказала: «Посмотрим, что будет, если ткнуть в усеянную жуками ветку дерева. Представьте, если бы это были осы». Эта визажистка стала фиолетовой, создавая этот креативный макияж. И она пожалела об этом, когда макияж не смылся.
Эта курица выбрала самое неподходящее время, чтобы выбраться из своей клетки, и теперь, когда наступило время обеда, она жалеет о своем решении. Этой лодке было суждено утонуть. Вопрос был только в том, как далеко она заплывет. Куда вообще уходит бюджет полиции? Погода была намного суровее, чем эти лошади думали, поэтому они с удвоенной скоростью побежали обратно в свои убежища. В этой кости явно достаточно кальция. Надеемся, что этот стейк не был доставлен покупателю. В итоге она разбила стеклянную дверцу, пытаясь попасть огурцом по сырному шарику. «Девушка, ну как же так? У вас серьезные проблемы. Быстро свалите все на вашего младшего брата!» Когда парень искал что-то в мусорном ведре, его голова застряла, и он буквально превратился в комическую фигуру на дороге. Вот это не повезло. Ящерицы, вероятно, не лучший выбор животных, которых стоит кормить с рук. Смотрите сами. Это должно было случиться. Интересно, зачем ей понадобилось совершать этот безумный поступок? Что за глупое решение? Грабитель вошел в магазин, чтобы сделать свои делишки, но кассовый работник был готов к этому. В качестве ответной реакции он вытащил свой пистолет. Она решила попробовать природу на вкус. И что ж, походу, природа не так уж хороша. Эти полицейские совершили самую страшную ошибку в своей жизни. Они думали, что арестовывают случайного суданца, но пожалели, когда узнали, что это был агент ФБР под прикрытием. Эта собака попала в трудную ситуацию, пытаясь извлечь максимальную пользу из своего кофе. Когда он начал сверлить, что-то странное вылезло из стены. Оказалось, что это была вода. Мужчина просверлил трубопровод. Иногда стоит нанять специалиста. Надеемся, он усвоил урок. Вот еще один человек, который случайно совершил бесполезный и идиотский поступок и понес за это наказание. Вот как спецназ сбрасывает лестницу с вертолета. Она должна была держаться за дверь вертолета. Полагаем, им лестница больше не нужна. Посмотрите на ее реакцию после того, как она увидела новую стрижку. Вы согласны, что ей испортили прическу? Эта бедная собака может почувствовать боль студента, у которого первый день в институте и который страдает от плохого обращения старшекурсников. Вот почему говорят, что нужно избегать употребления спиртных напитков за рулем. Надеемся, он больше никогда не повторит эту ошибку. Она учит других, как завивать волосы, но думаем, ей самой нужно получить несколько уроков. Эти ребята из России поругались не с тем экскаваторщиком и поплатились за это. Простое видео превратилось в чрезвычайно уморительный ролик. Интересно, чего он ожидал? Вот причина, по которой вы не должны пользоваться мобильным телефоном на рабочем месте. Надеемся, с ним все в порядке. Предупреждение. Берегитесь во время съемки воров, иначе это приведет к этому. Мы просто поражаемся, насколько умным оказался этот грабитель и как вовремя он здесь поехал. Ездить на велосипеде по лестнице не самая лучшая идея, особенно если вы не специалист. Смотрите сами.
Маленькая девочка пыталась стать парикмахером, но все пошло наперекосяк, и она сразу же пожалела об этом. Кто-то посоветовал ему использовать горячую воду, чтобы растопить лед на оконном стекле. И он так и сделал. И теперь ему нужно новое оконное стекло. Он успешно украл 18 тысяч долларов из этого магазина, но забыл о стеклянной двери. Несомненно, нужно быть очень умным, чтобы нарушать закон. Орел думал, что это будет очень легко – охотиться на маленького краба. Но нет, он ошибся и теперь жалеет об этом. Езда на квадроцикле на этой сложной трассе с банкой пива в руке. Все это было идеально подготовлено для идеального переворота. Кот поспешно бежал из дома, а потом вернулся с удвоенной скоростью. Да, зимой всем холодно. Эта улитка впервые в жизни попробовала лимон, и мы гарантируем, что в последний. Ей очень хотелось попробовать суши впервые в жизни, но радость мгновенно превратилась в сожаление. Кот Майло был очень взволнован тем, что в первый раз будет наблюдать, как с неба падают градины. Но все это волнение сошло на нет после того, как он испытал град на себе. Надеемся, это было не первое свидание, потому что вероятность того, что она будет последним, очень велика. Наверное, он очень торопился, поэтому не смог увидеть эту стеклянную дверь. Любопытство этой кошки завело ее в сложную ситуацию. Это было явно нежелательное плавание. Вот что бывает, когда празднуешь раньше времени. Да, идеальный круг. Думаем, падение тоже было идеальным. Какой идиотский способ похвастаться перед своими друзьями. Думаем, он получил свой урок, но немного более сложным способом. Он ударил мячом для гольфа по машине полицейского. Очень неловко, верно? Он пытался объехать других, что привело к крайне неприятной ситуации. Эта собака взяла манго, и мы думали, что ей понравится, но нет. Похоже, пес очень пожалел о своем решении. Человек совершил самую страшную ошибку в своей жизни, плюнув на машину. Вскоре он пожалел о своем решении. Вот почему вы должны всегда пристегиваться, если превышаете скорость. Нам понравилось, как бык бросил их всех и побежал дальше. О, вау! Это был идеальный трюковой удар. И идеальный способ купить новый цветочный горшок. Она постриглась в салоне с плохой репутацией, попросила немного подровнять волосы, и вот что получилось. Упс, время посыпать голову пеплом. Мужчина за рулем дразнил разъяренного лося, и тот продемонстрировал отличную реакцию на оскорбление, спустив шину. Это болельщики мадридского Реала, которые рано ушли, но тут же пожалели, когда их команда стала выигрывать. Но ребят уже не пустили обратно на стадион.
И вот, пожалуйста, справедливость восторжествовала. Уверены, что впредь она дважды подумает, прежде чем повторить подобный трюк. Этот накуренный человек назвал полицейского свиньей. Скажите, как это назвать? Идеальное время не в то время и не в том месте. Мгновенная карма или мгновенное правосудие? Уверенность – это хорошо, но как насчет излишней самоуверенности? Классический сценарий, когда человек получил по заслугам. Он буквально заслужил эти удары. Это была такая дорогостоящая выходка. Представьте, как он сожалеет. Уверены, больше он так делать не будет. Он празднует победу после первого раунда. Вот что случилось с ним во втором раунде. Ой, как неловко. Бесстрашная езда по неправильной полосе на оживленной дороге? Где полиция? А вот и она. Они думали, что скейтерам далеко до их велосипедов, поэтому никто не сможет их поймать. Ну, они ошибались. Посмотрите, какую цену ребята заплатили за это неверное решение. Карма не только наносит удар, но и кусает. У этой собаки был действительно вкусный укус кармы. Думаем, это был последний раз, когда щенок связался с человеком. Никогда не пытайтесь быть умнее других на дорогах, потому что это может привести к обратному результату. Например, как здесь, он буквально своими руками перевернул свою машину, пытаясь быть самым умным. Он посмеялся от души, когда человек упал, не зная, что ему тоже придется пережить этот позор. Было очень интересно украсть все конфеты на Хэллоуин, но, к сожалению, карма все это видела. И вот что он получил от этой миссии вместе с конфетами. Его реакция показывает, что его бедные лодыжки приходится сталкиваться с этим каждый день. Парень, беги за другим автобусом и получи такой же синяк на другой лодыжке. Внезапный удар, включились сирены, и вот он, тот неосторожный водитель, который свернул не туда на дороге с односторонним движением и получил по заслугам. Он думал, что будет весело напугать эту собаку, но не представлял, что все так обернется. Скажи спасибо морю, которое спасло тебя от свирепой погони. Похоже, этот парень твердо верит в понятие «око за око». Машина преградила ему путь, и за это он заблокировал дорогу машине. Это яркий пример возможных последствий неправильных действий, сделанных в неподходящее время. Он буквально сжег резину перед полицейскими. Что вы думаете об этом? Это была карма или голубь специально устроил ему ловушку? Что бы это ни было, парень очень в этом нуждался. Почему он пытается сломать скейтборд? Очевидно, это была его собственная ошибка, и он, несомненно, заплатил за это. Скейтборд ясно дал понять, что не хочет больше иметь с ним никаких дел. Сломала ногу ради посылки, о которой она не имела ни малейшего представления. Представьте, что в посылке находится что-то совершенно бесполезное. У глупости нет ни возраста, ни границ. Этот человек помогал сносить внутренние стены во время ремонта. Пытаясь пройти в комнату, он врезался прямо в несокрушимую стеклянную стену.
это была явно ошибка водителя, так как он проехал на красный свет. За эту ошибку ему пришлось мгновенно расплатиться. К счастью, мотоцикл и его хозяин остались целы и невредимы. Он демонстрировал свои жалкие навыки езды по полосе и получил от кармы по заслугам. Все нормально. Врачи дали ему зеленый свет, выпустив из больницы. И вот еще один идиот, витающий в облаках. Надеемся, что парень, в чью машину он въехал, спустит его на землю. Будьте осторожны, делая такие вещи, потому что стыд удваивается, когда в этот момент ты падаешь. Он также разбил бутылку, из которой брызгал. Этот гений пытался стащить крышку канализации и получил по заслугам. Его глупый план закончился совершенно уморительным образом. Он сломал ножку стула, ударив по ней босой ногой, упал под болезненным углом и пролил большую часть своего пива. Но все равно пранк не удался, потому что стул даже на трех ножках остался в равновесии. Он решил устроить соревнование с деревом, и дерево победило. Почему на это так смешно смотреть? Всегда старайтесь быть щедрыми со своими кошками, иначе вы можете получить это. Да, это была очень милая месть кошки, и вы не сможете сказать, что это не было сделано специально. Его телефон еще жив даже после стольких попыток, так что празднование было неизбежным. Но оно было слишком суровым, поэтому мобильный телефон решил прыгнуть обратно в воду. Похоже, она хотела кого-то разыграть, а стол решил разыграть ее, и розыгрыш стала довольно быстро стал страшным. Вот что вы получаете, когда мусорите в цивилизованном обществе. Парень, респект, продолжай в том же духе. Этот шест послужил мгновенному правосудию. Всегда нужно иметь запасной план, выполняя такие трюки. Даже если бы шеста там не было, что еще парень мог бы сделать в закрытом вагоне поезда? Выключая уличное освещение пинком, он чуть не выключил себя, но, к счастью, он остался цел и невредим и обошлось без серьезных травм. Как насчет такого нежелательного обмена? Они выхватили у него пончики, а в награду он выхватил у них телефон. Мгновенное правосудие, верно? Будьте готовы к неожиданным последствиям после того, как вы испортите кому-то жизнь. Как этот ребенок, наслаждающийся неожиданным плаванием. Когда он шел по мусорным бакам, те подумали, что он мусор, поэтому решили взять его к себе. Кидая на него снег, она совсем забыла, что карма наблюдает за ней. И вот мгновенный переворот. Хотим сказать, он был вполне заслужен. Вот что бывает, когда переоцениваешь свои навыки. Хвостовство превратилось в эпическое унижение, и в ближайшее время никто не даст ему забыть об этом. Этот человек выкинул вещи бездомного на улицу, и вот его наказание от кармы. Ты что, мусоришь? Хорошо, тогда убирайся из нее. Нам нравится этот жест для снимающего человека. Что-то вроде «Я сейчас, быстро, простите за неудобство». Вот что бывает, когда ты без необходимости шутишь над своим другом. Это было совершенно неожиданно для них обоих. Даже собака была в шоке. Бросание молока на пол в магазине прошло не так гладко, как он думал. Надеемся, все его зубы останутся целыми и невредимыми.
даже мусорные баки могут отомстить, если им это нужно. И, честно говоря, это возмездие полностью свело счеты между мальчиком и мусорками. Уверены, эти парни, бросающие в мужчин снежки, не ожидали от них такого ответа. Простое кидание снежков обернулось уморительной ситуацией и сделало их мокрыми. Она попыталась толкнуть свою дочь в бассейн и тут же была наказана. Женщина вымокла, но хорошо, хоть мобильный телефон не пострадал. Ругаясь на своего младшего брата, она совсем забыла, что у каждого действия есть равная противоположная реакция. Эта реакция была совершенно неожиданной и больше, чем она ожидала. Все пошло не совсем так, как она планировала. Все было прекрасно, но, к сожалению, они выбрали быстро соображающего человека. Проезжая по дороге, он увидел посылку перед домом и решил украсть ее. Он успешно взял коробку и бросился к машине, но тут же споткнулся. Карма просто молодец. Этот вор посылок не забудет это приключение. Он пришел за коробкой, но не только уронил этот пакет, но и оставил свой кошелек в руках хозяина дома. Эти воры пытались открыть холодильник, чтобы выпить пивка, но вместо этого отведали мгновенной кармы после того, как холодильник рухнул. В результате их ограбление позорно закончилось. Когда карма наносит удар, она бьет в самое яблочко. Он провел целый день, пугая прохожих, и, наконец, встретил идеального противника. Это было похоже на «Эй, вызовите скорую, но не для меня». В этот момент он понял, что совершил глупейшую ошибку, связался не с тем противником и, следовательно, должен покинуть это место в одном ботинке. У этого дрифта могли быть мгновенные последствия, он не ожидал этого, поэтому быстро покинул это место, чтобы не столкнуться с полицейским. Вот что мы называем в нужное время и в нужном месте, и мгновенной кармой в одном лице. Он наверняка получил полезный урок, который очень поможет ему в жизни. Что посеешь, то и пожнешь, и в этот раз это произошло мгновенно. Он столкнул своего брата в воду и сам дважды упал в нее. Реально, у кармы нет границ. Эта хитрая чайка получила наказание от кармы совершенно неожиданным образом. Она влетела на кухню, украла немного еды, получила наказание и улетела. Эта машина ехала справа и переместилась на левую полосу, чтобы проехать вперед, а затем съехала назад, чтобы выехать. Но, к сожалению, все движения были замечены офицером. Да, это точно штраф. Вот что вы получите за попытку бросить кого-то в воду. На этом все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. До завтра.